Смотрите в пятницу, 30 декабря, в 18:15, последний эфир уходящего года. Программа «О животных хочу домой» на телеканале «Самара Кис». Вы увидите в рубрике «Возьми собаку из приюта» и «Кошке тоже нужен дом». Двум собакам и двум кошкам срочно нужны владельцы. Воспитанные собаки не сидят на месте. Каким цирковым трюком учат владельцы своих питомцев после школы дрессировки? Животные восточного календаря в одной квартире. Кролик, кошка и собака вместе друг. Дружная семья. И гость в студии Ирина Таранова, руководитель проекта «Доброхвост». Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самара Кис» в пятницу, 30 декабря в 18:15.